Из года в год число ветеранов, прошедших суровые испытания Великой Отечественной войны, становится все меньше и меньше. И сегодня долгом каждого является почитание и забота о тех, кому пришлось заплатить слишком дорогую цену за победу. Навещать ветерана войны на дому стало для служащих муниципалитета хорошо сложившейся традицией. Так, представители ДАК-техкадастра побывали в гостях у участников и выразили слова благодарности и признательности за их героический подвиг. Именно они являются примером того, как надо любить и защищать отчизну, отметил кадастровый инженер Муса Алибеков. Дух, настроение наших ветеранов, когда видишь, даже хочешь дальше прожить, жить. Ну, конечно, когда у них спрашивают эту жизнь, ни один человек не скажет, что сладкая жизнь была. В наше время хочу, чтобы они всегда желали свою накалку нашим молодым, чтобы они поняли, какую войну они прошли, какую жизнь они нам подарили. А молодежь, чтобы стремились тоже к лучшим, положительным сторонам. Ветераны при встрече были жизнерадостны, бодры и улыбчивы, глубоко тронуты таким вниманием. Рассказывали о своей нелегкой жизни во время Великой Отечественной войны, о друзьях, которые навсегда остались на полях сражений. В свою очередь, каждый присутствующий выражал благодарность ветеранам за героический труд и за право сегодняшнего поколения жить под мирным небом. Желали крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа. Зарема Хайбулаева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».